международный турнир в Донецке, Хакимова. Там было тоже до 400 участников. И у нас мальчик, польский Александр, занял первое место. И здорово так бросал, само красиво боролся, все сказали. Даже в финале мальчик с ним побоялся бороться. За последнее соревнование, это в Балаклее, в Харьковской области, было 250 участников, 15 областей было, ну, вся Украина съехалась. И наши ребята заняли 5 первых мест. Это я хочу озвучить, это Слепушкин Андрей, Бавтенко Георгий, Горбенко Валера, Котляров Александр, Прятков Владимир, Неводов Никита тоже первое место занял.